Юные муравленковцы побывали в гостях у сказки. Проект реализуют педагоги детской школы искусств при поддержке компании «Газпромнефть» «Ноябрьснефтегаза». Творческая команда создает серию интерактивных сказок, где каждый ребенок активно участвует в сюжете. Это яркие постановки камерного формата. Главная ценность таких спектаклей – все маленькие зрители вносят свой вклад в происходящее действо. Бьется, как волна, неведомо откуда, неведомо куда, бредут по ней верблюды, степные поезда. Здесь солнце жарко светит, горят его лучи. В этот раз юные зрители смогли оживить таинственный мир волшебной книги, на страницах которой изображены сказочные истории. Представления рассчитаны на детей от года до трех и от трех до шести лет. Был запрос на включение детей в творческий процесс. И так как у нас дети принимают участие, мы подумали и решили, что мы можем сделать такой проект, где ребенок хоть в чем-то, но проявит себя. У нас еще в ноябре сказка будет. И потом мы планируем продолжать после Нового года. Также раз в месяц планируем приглашать зрителей. Интерактивные сказки помогают расширить словарный запас ребенка, а также развить связанную логическую речь. Благодаря сказкам речь становится более эмоциональной, образной, красивой. Эти волшебные истории способствуют общению, формируют умение задавать вопросы, конструировать слова, предложения и словосочетания. Мне вообще понравилось то, что как там выступали персонажи и другие дети на это реагировали. Я бы сама, если бы мне было 3 годика, я была очень рада. Мне понравилось, как вся обстановка выглядит. Еще понравилось, как выступают. Мне понравилось то, что сделали такую хорошую обстановку для детей, то, что им было очень весело для их возраста. Это очень классно. Я бы тоже порадовалась в таком возрасте. Идею удалось воплотить в жизнь благодаря победе команды детской школы искусств в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Ирина Бугрин, Виталий Сидняев, новости Муравленко.